Российские дилеры Lexus приступили к приему предварительных заказов на NX второго поколения еще в конце прошлого года. Наконец стартовали и живые продажи. А чтобы потенциальные покупатели смогли познакомиться с новинкой поближе, Lexus организовал трехдневные клиентские тест-драйвы. Московское мероприятие уже прошло. Впереди Краснодар и Санкт-Петербург. Мы запускаем новое поколение в Российской Федерации. И сегодня первая уникальная возможность нашим будущим клиентам познакомиться с новым поколением, оценить все те прелести, которые пришли с новым поколением. Тест-драйв строится по следующему принципу. Сначала участникам вкратце рассказывают об автомобиле, затем инструктируют и провожают к машинам. На площадке их ждет несколько упражнений, в ходе которых можно оценить динамические возможности нового Lexus NX, его управляемость, подвеску, работу электронных систем. А оценивать действительно есть что. Ведь со сменой поколения кроссовер претерпел много изменений. Это новая платформа, это новая линейка двигателей, это, естественно, абсолютно новый салон, это новая мультимедийная система, это новый пакет систем активной безопасности. Ну, что говорить, если 95% собственно всех деталей, которые есть в автомобиле, они создавались с нуля для этого поколения. Напомним, что пока Lexus NX предлагается в России в двух модификациях – NX250 и NX350. Первая подразумевает мотор в 200 сил, а вторая – в 279. Привод и в том, и в другом случае полный, а коробка передач – 8-ступенчатый автомат. Уже в базе кроссовер второго поколения располагает продвинутой мультимедийкой с тачскрином диагональю 10 дюймов, двухзонным климат-контролем, а также комплексом систем безопасности Lexus Safety System Plus. А в самых богатых исполнениях, премиум и лакшери, предусмотрен, помимо прочего, пакет F-Sport. Это оригинальные бамперы, 20-дюймовые колеса, спортивные сиденья и черные вставки, украшающие интерьер. Новое поколение, скажу по-простому, мы планируем повторить со вторым поколением успех первого. Потому что когда мы запустили новую, никому неизвестную модель, мы заняли в сегменте больше 40%. Мы хотим повторить этот успех. Остается лишь добавить, что в будущем трехдневные тест-драйвы нового Lexus NX пройдут в Краснодаре и Санкт-Петербурге. Точные даты их проведения мы узнаем позже.